Здравствуй, зритель. Сегодня сделаем обзор на Кент шестерочку. Такой нанотек, черная пачка, маленькая. Вот. Ну, пройдемся по пачке. Кент шестерочка, нанотек. Вот тут такая рифленая она. Ну, красивая. Пачка очень сильная. Мне нравится. По содержанию мы смотрим, что у нас в дыме. Смолы шестерочка, никотина 0,5. Вот. Делаются эти сигареты у нас в Беларуси по лицензии. Вот. 20 сигарет. Произведено в Республике Беларусь. Знак British American Tobacco. Задняя сторона такая, как у всех, в принципе, кентов. Вот что-то про фильтр тут написано. Давайте табачного дыма. Ну, давайте достану. Я ее выкурил практически всю. Вот, чтобы максимально, потому что у меня были очень большие вопросы к этим сигаретам. Максимально, чтобы адекватно дать оценку им. Вот такие вот. В общем, мы видим фильтра у нас. Кент, Nanotech Blue. И обратите внимание вот на это вот, как у них тут сделано. Видите? Здесь для зачем они это делают, такие фильтра внутри с дырочкой, да? Как может вот это вот защищать человека от курения, я не понимаю. Что тут дырка, потому что весь основной дым у нас проходит через эту дырку будет. Вот эти вот, что по краям у нас, да? Вот этот фильтр. Как он может защитить, как он может профильтровать дым, я не понимаю. Это все, мне кажется, это понты. Давайте дальше по сигаретке сейчас пройдемся. Смотрите, бумажечка здесь не совсем такая простая, как в обычных сигаретах, а она какая-то более похожа на самокруточные бумажечки. Вот, она просто белая. И я, как считаю, она плотная очень, толстенькая. У простых сигарет поменьше будет бумажечка, ну, потоньше, мне кажется. Вот. Ну, опять же, этот фильтр, к чему этот фильтр, я не понимаю, это чтобы... Завысить они не дешевые, дорогие сигареты, в принципе, как кенты. Кент всегда был так не из дешевого курева. Давайте закурим. Обратите внимание, мой рекорд выкуривания этой сигареты — в 3 затяжки ее выкурил. Сейчас я не буду ее вам на скорость, но вы сами увидите, как они горят очень быстро. Это. Вкуса своего тут нету никакого. Ой. По набивке. Набиты они так более-менее, вот. Но они без вкуса. На какие-то, какой-то искать свой оригинальный вкус или что-то у них, это не стоит этого делать. Потому что вы этого тут не найдете. Простой вот такой вот курево, дым вот глотаешь. Такое что-то бумажное есть в привкусе этого дыма, и все. Давайте вот на плотность дыма сейчас возьму я. Вот вам хваленый фильтр, который якобы дает меньше дыма. Вот плотность дыма большая, вот им вот маленькая сигаретка. Давайте ползатяжечки сигаретки. То есть. И, ну, спокойно проходит такой. Чуть ниже средней крепости у нее. Давайте большую затяжечку. Тоже ни в какого, ни вкуса ничего нету, никого, ни привкуса вообще. Все по нулям здесь у этой сигареты. Чем они оправдывают стоимость? Почему он такой дорогой, этот Кент? 2,5 рубля, по-моему, или 2.04 рубля. Что-то такое вот. Я не понимаю. Здесь нету ни какого-то своего, чтобы вот эту цену, чтобы Кент вот отличался вкусом каким-то или качеством вообще самого табака. Я не понимаю. Не вижу вообще тут смысла переплачивать деньги, если за эти деньги можно взять другие сигареты совсем, которые будут свой вкус, аромат, привкус после курения и все на свете, понимаете? Вот. Вот сейчас делаю третью большую затяжку. Как мы видим, от сигареты практически ничего не осталось. Курится она вон криво, горит совсем, кривоватенько. Видим, я не понимаю вообще. Друзья, не переплачивайте, я не рекомендую этот Кент. Или только тех, кто берет, пусть просто, кто сидит на этом Кенте, я не понимаю. Может, для кого-то это просто на все понты, понимаете? Я как человек, который сам зарабатывает себе на сигареты, и я не прошу у мамы, ни у бабы, ни у деда, понимаете, эти деньги. Я считаю, что переплачивать и отдавать деньги такие большие за эти сигареты я бы никогда не стал. Есть на рынке намного лучше сигареты, лучшего качества, по меньшей цене. Понимаете, я получу удовольствие от курения, я накурюсь, мне будет приятно. От этого это не стоит ваших денег, я так считаю. Вот она не то, что он плохой совсем, да? Ну, понимаете, за эти деньги я хочу видеть от сигарет отдачу. А тут отдача нулевой. Простая вот сигарета, как простые, вот, большинство простых сигарет. Все.
Ничего своего нет. Я считаю, это не есть хорошо. Если уже поднимаете цену, делаете кинха, дорогим, делаете тогда его наполнение хорошее. Тут наполнение простое. Друзья, подписывайтесь, ставим пальчики вверх. До свидания, всего хорошего вам.